Расстреляли на рассвете, когда вокруг редела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели всем раздеться, затем к обрыву встать спиной. Но прозвучал тут голос детский, наивный, тихий и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя, не упрекая, не грозя. Смотрели прямо в душу глядя трехлетней девочки глаза. Чулочки тоже, но смятеньем на миг эсэсовец объят. Рука сама собой в мгновенье вдруг опускает автомат. Окутан он невольной дрожью, проснулась в ужасе душа. Но не убить ее не может, и дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, чтоб если дочка твоя вот так же здесь легла. И это маленькое сердце пробито пулею твоей. Ты человек, не просто немец, да нет, ты зверь среди людей. Шагал эсэсовец угрюмо, к заре не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума в мозгу отравленном зажглась. Их расстреляли на рассвете, когда вокруг редела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. И всюду взгляд светился синий, и всюду слышалась опять. И не забудется поныне. Чулочки, дядя, а их тоже снять.